Ерас. А, да. Сегодня очень радостно. Душа поет и хочется творить повсюду гадости. Я разгоню детишек, играющих в песочнице. И тут же сяду гадить, потому что очень хочется. Соседи заругаются и позовут милицию, а мне все до пизды, я на учете в психполице. Бокалы есть. Я что-то не понял. Потому что настоял, давай этот вариант. А, я вспомнил. Ты говоришь, давай этот вариант запишем, а потом второй вариант запишем. И нихуя так и не записали. Да не было такого. А вот ты все выключил, пошел курить. Да не было такого, что ты выключил. Я не знаю, о чем речь. Кто это? Кто сюда позвал? Однажды я с гитарой поехал на Арбат. Это на Арбате я повстречал ребят. Дали голову ногой натуральный мастер-бой. Мои увлечения. Гарбы, Чаха, Modern Talking, Сиди Кейдж. Пугачева. Пугачева реально, да, хорошо поет. Что там, советская эстрада 60-х годов, 70-х. Уже я вместе, я играю панк-рок. И всякую музыку зачем не знаю. Говорят мне, чел, это неправильно, я все понимаю, но снова лажаю. Я думаю, так они пошли бы все нахер. Тоже мне нашлись великие судьи. Так было и есть, куда кривая вывезет. Я злой и веселый, другого не будет. Все. Я на диску с ножом выйду, в отличие от вас. Различно. Туда не поеду, здесь не могу репетировать, никогда нет времени. После Железногорска, естественно, это было прикольно. Много огней, много боков, много людей. Сейчас хочется куда-нибудь на природу, в тишину. Хотя... Выезжай периодически в Москву при этом. Что совсем у тишине надо загнуть пока еще. С непривычки. В то время людям жизнь казалась рутинной, однообразной. И панк-рок был таким неким самым ярким отторжением этого образа жизни. Вот. Ну, естественно, в карикатурном виде, поэтому панки изображали себя таких конченых совсем советских граждан, безмозглых. Якобы безмозглых. Вот. И поэтому сегодня без слова типа ну да, вообще тупые, нарочито тупые тексты. Время резина, холодная дрожь. Смотришь и ищешь, скучаешь и ждешь. Друзья и враги, правда и ложь. Видишь, эти рекламы все, вот абсолютно все как будто под копирку, просто фильмы какие-то одинаковые. Под копирку, но все пластмассовое, натурально, вот эти съемки за уши притянутые, компьютерные. Хоть, конечно, там на высоком уровне, но видно, что не настоящее все. Это какие-то постановские движухи нереальные. Вот обратите внимание, все фильмы вот так. Все герои такие вот дерганные, бешеные, блин. У меня ребенок уже стал смотреть эти мультфильмы. Дебильные, проклятые, блин. Стал таким же бешеным, дерганым, как я на сцене примерно. Хотя я думаю, иногда, может, он у меня пошел. Может, я виноват, а не американский фильм. Экспрессивная подача. Я, видимо, вхожу в какой-то транс на сцене. И
И вот, конечно, нехорошо это все, честно говоря. Отключили микрофон. Цензура, цензура, все, милиция здесь, все. Все расходятся быстро, быстро. Тихо, не снимай меня, не снимай меня, быстро. Вот у меня черт стреляется, как бы. Самый натуральный. Это я уже не я, как бы. Я после концерта ни хрена не помню. Хотя я не пью даже когда. Почему так? Политика грязь и мерзость. Ничего нового не сказал, но это мое мнение. Даже туда нечего соваться. Ни в качестве участников активных, ни в качестве наблюдателей за всей этой дрянью, типа выборов. Самое смешное, что все наши политики, да, нам опять ничего нового не сказали. Да вот именно, одно и то же. Причем говорят, а делать никто ничего не будет. И самое интересное, возможно ли что-то новое вообще придумать и сказать? Да его не надо придумать. Я как бы... Надо что такое работать. Как бы. Надо просто начать работать. Да. Я вот, допустим, на работе в Заречье только устроился, только обжился, 3,5, 3-летний проработал. Я там все знал хорошо, взяли меня, сковырнули, блин, в другую смену перевели. Это вот типа кадровая перестановка. Так решил эффективный менеджер наш местный, там, дебила кусок, скотина. Я взял, уволился, потому что в другой смене работать не хочу. Другие люди, не мой коллектив абсолютно. Вот здесь когда-то, вот мы сейчас идем, здесь когда-то был, вот здесь стояли прям жилые кварталы. Да. Там была улочка вот эта вот, а здесь все было застроено. Потом построили мост в 30-х годах, как он называется, Москворецкий. Все стекало по оврагам, по каналам, точнее, в Москву-реку. И было все нормально. И не было никаких санэпидстанций, и люди прекрасно жили, веселились, бухали, трахались. А сейчас, блин, понаворотили себе и теплые квартиры, и все это блестит, и невозможно что. А счастья как не было, так и нету. Я пою от счастья, я умираю от тоски, я холодею от страха, я разжигаю костер. Где точка счета, там не в курсе, где ноль. Конечно. Может быть еще хуже. Может дойдет до какого-то момента, но это... Надо смотреть по истории. То есть либо все совсем закончится, либо сейчас вот эта вся западная цивилизация обрушится, и, то есть как бы будет опять какое-то средневековье тихое, и на долгие столетия застой. Так, такой нормальный, здоровый застой. Здоровый застой. Ну как люди раньше жили, как без всяких инновационных технологий, просто жили, да и все детей растили, ходили в церковь как бы. Главное, чтобы завод «Кристалл» работал. Да мы и без завода «Кристалл» найдем. Да хрен нам завод. Вот это, кстати, не самое главное. Все это делается в домашних условиях, легко и вкусно. Музыка никому не интересна, в Москве музыкантов больше, чем слушателей. На концерты в клубах ходят только музыкантов, ну кино точно так же. Слишком много творцов и слишком мало зрителей и слушателей. Вот и все.